Сегодня готовим замечательную фокаччу. В муку добавляем воду. Хорошо-хорошо перемешиваем. Это можно сделать в планетарном миксере, а также можно сделать просто руками. Но нужно хорошо вымесить, чтобы не было сухих участков. Накрываем теперь наше тесто пленкой и оставляем на час при комнатной температуре. Спустя час добавляем нашу опару, которую мы с вами делали на хмелевой закваске, в наше тесто. Замешиваем наше тесто. Тут нужно вымесить несколько минут, чтобы опара полностью смешалась с тестом. Далее добавляем соль и также хорошо вымешиваем. Теперь частями будем вводить дополнительную воду. Эта дополнительная вода даст нам тоненькую корочку и хороший пористый мякиш. Ввели всю дополнительную воду, воду вводим частями. В самом конце замеса добавляем оливковое масло. Добавили оливковое масло и также вымешиваем тесто до полного объединения масла с тестом. Далее миску смазываем оливковым или растительным маслом. Перекладываем туда наше замечательное тесто. Тесто получается с очень хорошо развитой клейковиной, так как мы делали с вами автолиз целый час. Это вот этот час, на который мы оставляли тесто, смешивая муку и воду. Теперь будем делать 4 обминки путем складывания и вытягивания теста. То есть вот сейчас я сделала первую обминку. Теперь делаем вторую. Смачиваем руки водой, вытягиваем, видите, вытягиваем тесто наверх и складываем, как бы внахлёст, накрываем на другую сторону. Вытягиваем и складываем. То есть вот таких обминок мы будем делать 4 штуки. Так, вот сейчас еще одна. Еще одна. Теперь перекладываем тесто в другую миску. Но можно оставить на самом деле в этой миске. Просто я переложила в миску чуть меньшего объема. Сложили, накрыли пленкой и убираем в холодильник. Ну вот, друзья, наше замечательное тесто. Как многие вчера догадались, это тесто для фокаччи. Вот сейчас я его поливаю оливковым маслом. И вот такими аккуратными движениями делаю вот такие дырочки, углубления в этом тесте. Теперь начинка. И получается вот такая красота. Посмотрите на нашу замечательную фокаччу. Сейчас я ее разрежу. Вот видите, она прям такая золотистая-золотистая. И смотрим, что у нее внутри. А внутри вот такая вот красота. Посмотрите, какая получилась замечательная фокаччо. Так что всем советую ее приготовить. Вот как раз девочки некоторые ждали этот рецепт.